Соревнования на удаленке. О старте интерактивных состязаний по силовому многоборью объявило Чувашское региональное отделение Федерации гиревого спорта. Поучаствовать приглашают спортсменов и любителей со всей страны. Итак, первое упражнение – это рывок гири 16 килограмм в течение 5 минут. Поехали! Гиря, смартфон и интернет – набор минимум для участия в офлайн-соревнованиях. Записать на видео предлагают 4 вида упражнений – гиревой рывок, приседания с гирей, отжимания и подтягивания для мужчин, пресс для женщин. Пусть они заочные, но все же это соревнование. И все равно есть азарт, есть уже соревновательный дух. Я понимаю, что я уже с кем-то соревнуюсь, но я не знаю своих соперников сейчас в лицо. От этого стараешься еще больше, потому что хочешь сделать свой максимум. О старте состязаний в удаленном формате объявили 20 апреля. На призыв откликнулись спортсмены не только Чувашии. Мне начали даже звонить по WhatsApp, ВКонтакте любители, спортсмены из других регионов. Пока заявились 9 регионов, могу перечислить. Это Республика Саха-Якутия, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий округ, Республика Башкортостан, Татарстан, Ульяновская область, Нижегородская область, Республика Мордовия, Киевская область, Республика Мариэл. Положение о соревнованиях можно найти на официальной странице регионального отделения гиревого спорта. Включиться в борьбу приглашают всех, у кого есть гиря и желание, будь то спортсмены или любители, но обязательно с допуском врача. Победителей определят 1 мая. Ирина Волкова, Юлия Адюкова, Андрей Шоклев, Республика.